Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 32, я в разводе, есть сын. Мужчина тоже разведен, есть сын. Общаемся примерно месяц. Мужчине очень нравится, зацепил нам. Постоянно занят, редко предлагает встретиться. Если проявляю какую-то инициативу, говорит, занят. Он работает по 6 дней в неделю, 4 из которых возит сына на занятия. Говорит, что очень устал, работает сварщиком на производстве. Я понимаю, что устал, но хочется как-то больше от него интереса. Может, не зацепило его? Хотя в помощи не отказывает, в переписке всегда отвечает, если сама не пишет, сам напишет. Говорит, что прийти к женщине на полчаса неприлично, у самой такая же работа. Сын родителей на себя хочется время, но такие вялотекущие отношения меня не радуют. Много переживаю, думаю, порвать их и не могу. Жалею, что вообще с ним познакомилась. Думаю, если понравилось, то отложит все дела. С другой стороны, многие мои друзья и я тоже с работы на работу, домой только спать. Просто я могу где-то задержаться, иногда раньше уйти. Хочется серьезных отношений и не знаю, как его повернуть к себе. Просто делать вид, что некогда, думаю, не вариант. Не могу делать плохо, в ответ людям только возмущаюсь. Возможно ли такие отношения вывести на серьезные и как? Видите ли, чтобы вообще строить отношения, парадоксально, но нужно отказаться от идеи выстраивать серьезные отношения. Вот. То есть на данный момент больше всего, на мой взгляд, вам мешает именно то, что вы хотите выстраивать серьезные отношения. А еще вам мешает то, что вы хотите обратить внимание мужчины на себя и сомневаетесь в своей привлекательности, говоря о том, что вы его не зацепили. То есть здесь некое желание себя реализовать. Здесь некая проблематика с самооценкой. Здесь излишняя поспешность и желание выйти, то есть страх сближения, желание выйти из отношений, невозможность находиться вот в каком-то процессе. Вот. Потребность подтвердить, получается, свою, вот, скажем так, ценность, вот. Это то, что вы на данный момент делаете, вот. И, само собой, как мне кажется, хорошего в этом ничего нет. То есть сейчас вы, на мой взгляд, больше нацелены не на то, чтобы, то есть не на мужчину вы нацелены сейчас, а на решение своей проблемы, ценности и доказательство того, достойны ли вы внимания, достойны ли вы там какого-то, не знаю, счастья, может, ну, может быть, и так далее. И само собой, что пока вы решаете такие проблемы, пока вы решаете проблемы такого рода, вам будет довольно сложно адекватно реагировать на человека, на другого человека и так далее. А вот
Мне также показалось, что вы ждете от мужчины инициативы. Мне так показалось. Мне показалось, что вы хотите и считаете, что человек должен, в смысле мужчина, должен проявлять инициативу к вам. Сам. И должно быть больше, чем ваша инициатива. Мне показалось, что самостоятельно инициативу проявлять вы не очень-то хотите, не очень-то привыкли, не очень-то можете. Вот и так далее. Что здесь? Система ценностей, полуролевая модель или страх? Большой вопрос. Вы пишете, что мужчина вам понравился. Вы пишете, что он вас зацепил. А не могли бы вы сказать, чем он вас зацепил? Не могли бы вы сказать, чем он вам понравился? Как проявляется эта симпатия? Ну, то есть, как вы понимаете, что вам мужчина понравился? Буквально, как вы это понимаете? Вот. Вот такая вот история. Вы пишете, что отношения вялотекущие вас не радуют. Это означает, что вы больше внимания уделяете именно на отношения. Больше внимания вы уделяете отношениям, а не личности человека. То есть как будто бы сами отношения для вас более важны, чем личность мужчины. Вот в этом, как мне видится, и заключается одна из серьезных проблем. То есть вы здесь нацелены не на человека, а на себя. Свои проблемы вы решаете. А не взаимодействуете с ним, не чувствуете, не проявляете и не выражаете, может быть, заинтересованы им, понимаете, да? Вот. И, собственно, это проблема Кристина. Когда вы пишете, возможно ли такие отношения вывести на серьезные, кто знает, мало времени прошло. Для чего вам серьезные отношения? Вы пишете, хочется серьезных отношений, не знаю, как его повернуть к себе. Почему вы решили, что он к вам не повернут? Это проблема самооценки. Для чего вам, почему, откуда желание серьезных отношений? Это потребность в защищенности. Понимаете? Потребность в защищенности, вы пишете, значит, на себя. Хочется время. Вот. Но вы его себе, получается, не даете. Вот. Я думаю, что вам сложно сказать нет людям. Если это так, работать нужно с личными границами. Вот. Тогда вы не будете в такой степени, какой сейчас, стараться реализовать что-то свое в отношении к Кристине. Ну и само собой развод, который подразумевает травму для вас, с этим тоже нужно работать, помочь вам прожить, разобраться в причинах, подкорректировать ошибки, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. С этим нужно работать. Вот.
Такие дела. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.